Прощальное на стихи Григория Гудмана. Я хочу, чтоб меня любили, я хочу, чтоб по мне скучали, чтоб прощались со мной на перроне, мне б шептали «вернись скорее». Я хочу, чтобы мне звонили и на письма мои отвечали, и чтоб теплые ваши ладони я б запомнил в руке своей. Я хочу, чтобы ранним утром просыпаться мне было не страшно, чтобы солнце меня будило, чуть коснувшись лучами глаз, и чтоб я, полежав минутку, вспомнил с радостью день вчерашний. Я хочу, чтобы все это было каждый день, как в последний раз. Я хочу, чтоб стихи слагались, и всегда находилось слово, чтоб игралось, пока играю, и чтоб я не ходил к врачу, чтоб друг дружке мы улыбались, чтобы дочка была здорова. Вот как малого я желаю, вот как многого я хочу. А еще я хочу вернуться, и чтоб было все как в начале, чтобы вы меня не забыли и пришли на вокзал встречать, и я увижу, что вы мне рады, и зачем-то по мне скучали, и за что-то меня любили. А за что не могу понять, ну почему не могу понять, ну так за что же не могу понять.